Лишние деньги, а это более 115 миллионов тенге, появились в местном бюджете благодаря экономии, сложившейся в ходе проведения государственных закупок. Кроме этого, народные избранники единогласно приняли решение сократить расходы на благоустройство города. Отложить решили работы, направленные на улучшение облика проспекта Металлургов и территории парковой зоны в районе историко-культурного центра первого президента, а также отказались от установки ротонды на въезде в город. Все средства, общая сумма которых составляет около 167 миллионов тенге, теперь направят на решение более острых городских проблем. Большую часть денег потратят на ремонт дорог. На средний ремонт дороги по улице Чернышевского от проспекта Мира до улицы Димитрова 39 миллионов 630 тысяч тенге. На средний ремонт дороги к роддому 11 миллионов 687 тысяч тенге. На средний ремонт внутриквартальных дорог 44 миллиона 580 тысяч тенге. На ямочный ремонт внутриквартальных дорог 44 миллиона тенге. Остальные деньги народные избранники решили направить на содержание решения текущих проблем государственных учреждений, на изготовление золотых знаков «Почетный гражданин Темиртау», на профилактику религиозного экстремизма, а также на организацию празднования 70-летнего юбилея города. Не остались без внимания депутатов и частные просьбы темиртауцев. По жалобе жителей по проспекту Мира 104/1 и по просьбе депутатов сложившуюся экономию 2,5 миллиона тенге по химической обработке зеленых насаждений по ЖКХ предлагается направить на демонтаж бетонного грибка на детской площадке и на памятник в старом городе, памятник Ленину, для покраски, побелки и восстановления. Еще 545 тысяч тенге решено потратить на оплату аренды жилья для владельцев трех аварийных квартир в 66-м доме по улице Димитрова. Анна Калинина, Владимир Пороховой, новости Темиртау.